Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такие замечательные бантики. Единорожки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для бантика нам понадобится 3 отрезка лент шириной 4 сантиметра. Первый отрезок у нас длиной 20 сантиметров. Второй 22 сантиметра. И третий 24 сантиметра. Делаем бантик. Складываем ленточку пополам. И загибаем края. Это все фиксируем зажигалочкой, где у нас встречаются края ленты. И теперь будем собирать. Берем ленточку. Вот у нас идет от наименьшего к наибольшему. Накладываем, чтобы было все ровненько. Вот так. И теперь под низ еще голубую. Но уже вот в таком направлении. Чтобы все было у нас посерединке. И ровненько. Так, смотрим. Все нравится. Фиксируем булавочкой. Вот такая должна получиться у нас конструкция. И теперь прошиваем. Прошивать будем вот по этой линии. Вот так. Прошили и теперь стягиваем наш бантик. Расправляем. Вот такой получается бантик. Теперь мы сделаем вот такой рожок. Для этого нам понадобится у меня жесткий фетр размером 5 на 5 сантиметров. Вот так складываем. Уголочки. И проклеиваем.
И с другой стороны тоже. Лишнее обрезаем. И тоже серединку склеиваем. Вот такой получается рожок. Теперь будем обматывать вот такой полосочкой. Ее я вырезала из эко-кожи. И сзади фиксируем. Лишнее обрезаем. Рожок наш готов. Теперь сделаем бантик. У меня вот такой радужный репс. Шириной 2,5 сантиметра и длиной 10 сантиметров. Делаем простой бантик. Рожок приклеиваем на бантик, но сначала мы должны приклеить резиночку. Резиночка у меня 4 сантиметра в диаметре.
Все, теперь приклеиваем рожок. Еще дополнительно его фиксируем. Клеим наш бантик. Закрываем все вот такой красивой серединочкой. Такую серединку я делала сама. Если вам интересно, как ее сделать, пишите в комментариях, и я сниму для вас видео. Серединку приклеили, и теперь у меня вот есть еще такие сердечки. Тоже клеим их на бантик. Но это уже по вашему желанию. Сердечки или звездочки. Или любой декор, который у вас есть. Вот и все. Вот такие бантики у нас сегодня получились. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчики вверх, комментируйте видео и не забывайте подписываться на мой канал. У меня на сегодня все. До скорых встреч. Пока-пока. Love is you.